Много людей думают, что наши мигранты действительно здесь живут в колодце, в какой-то будке, старой будке, на стройках. А действительно, мы сейчас будем снимать ролики, что они в таком месте только они работают. Ну, я закончил техникум англо-корейский язык. Учитель англо-корейский. В 2006 я работал в школе, там в Таджикистане, в Душанбе. Как вы знаете, что учителя мало получают. Я тогда 1000 рублей российских получил. Да, даже меньше было. 110 сумон, тогда было 2-3 мешка мука была. Тогда можно было купить. Сначала мы подали конфеты. В рынке была, стрельба захотела, привезли конфеты и продали под мостом в Таганский рынок. У нас был маленький бутик. Во время вот продажи работал в Екатеринбурге. Я также снимал ролики разные. Про праздники, какой-то праздник будет национальный. Сейчас 17 тысяч больше, 17 400. Территория Таганский ряд. Для мигрантов, как можно сказать, что это всеобщественное место. Когда они только приезжают, они знают, что туда надо сходить. Фамилия, отчество. У него рейс Уральский авиалинии А320. Почему вы хотите блок свой вести? Потому что я люблю эту работу. А кем вы сейчас работаете? Я никем не работаю, я учусь. На кого? На электромеханика. Новички, которые, они часто ко мне приходят, задают вопрос: брат, ты можешь помогать, что открыть канал, активировать? Они не знают, как можно их открыть, а что такое активировать. Я всегда им помогаю и скажу, что вы не торопя все делаете. У нас конкурс проходит, это называется «Живой голос», «Живой приятный голос», да, в YouTube-канале мы ставили там караоке, может, кому-то нужен это. Сейчас у нас участвует 16-17 человек. Я больше всего снимаю ролики, где что, какие-то польза принесет для мигрантов. Например, у мигрантов некоторые приходят, целый месяц у него зуб болит или живот болит. Да, мама. Дети появились, и теперь места осталось мало с братом. Брат вот решил мне тоже квартиру купить. Мы тоже, как вы, люди, потому что нам нельзя к людям что-то сказать плохого. То, что таджики живут в Екатеринбурге, именно в Екатеринбурге, в России даже, большинство, они труднолюбы. Они любят свою работу. Хоть они где работают, они любят свою работу. Когда приезжают в Россию, да, на заработку, любую работу, если даешь, он делает.